специально для канала Heavy Metal. Приехали мы сюда, в Штаты, из далекой России. Исторический момент. Я среди двух просто невероятно огромных парней. Русский, американец. Да что, Андрю, Андрей тоже русский. Andrew. Русский. Now you will be Andrew now, not Drew, Andrew. No. True. У нас есть и блочный, или ты в камере? Давай с камеры начнем, а потом если что, блочный. Не знаю, потяну ли я с такими же весами работать. Ты мне, кстати, будешь нужен для моего видео еще. Соревновательным или просто только диета? Остаются, чем ближе к старту, тем больше любимые упражнения. Больше любимые упражнения? Да, и все. Спел. Даже силы нити не хочется. Сколько весил? Вес? Сейчас 24. About 250. 260, 260. He won Arnold Classic overall 2016. Oh, shit. And that's how he got the right to, you know, compete in pro. Which Arnold Classic? Here or which one? Here, yeah. Honestly. The good one. Мы другие. Скажи, мы другие вообще не считаем. За Arnold Classic другие, скажи, европейские. Russians don't count all the Arnold Classics. Европейские. Ты тоже не считаешь? А что, это же элит про. Это Да даже когда не было элит, когда просто. Да, я туда ни разу не ездил, а три раза сюда. Увидел твои книги, более не охерел. У меня здесь станков очень много. Подбирал сам камеры, хой хорошие. Из Зиновского даже мне Коля прислал. Я скажу. Пожалуйста.
Поехали. Тебе сколько сейчас, Сергей? А? Тебе сколько сейчас, Сергей? 32. Единственное, что тяжело, да, вот жить бы здесь тебе. Если выступать, покорять штаты, надо будет жить. Не бы, если бы хорошего спонсора, чтобы мне оплачивали дорогу. Хотя бы дорогу. Да. Было бы легче. Можно же ездить, куда захочешь. Ну это да. Готовить и там, а когда уже уровень будет такой, ну более или менее хороший. Ну а в России сейчас, насколько я слышал, сейчас вот с этими санкциями, сейчас очень наши производители поднимаются, они не хотят спонсировать? А они... Нет денег пока таких? Да, но это не те. Не те деньги, да? Конечно. Там, ну, могут там дать питание тогда на $200. А, ну это... Тем более питание. Лучше деньгами дали, да? Ну, так бы хотелось, да. Дрю, you good sponsor 5%? Yeah, still enough? 5%, still yeah? 5%, yeah. Got 120,000 square foot warehouse in Largo. We ship all over the country. We got meals, we got supplements, all, we got yeah? clothes, we got everything. Everything we need. Оператором у нас сегодня, угадайте кто? Чемпион по арму. Звездная команда. Специально тренировал руки, чтобы снимать удобно было. Да. Ты сколько раз Флориду выигрывал? 6 или 7? Слишком много, чтобы считать. Ну самый твой какой титул такой запоминающий? Чемпион Америки. Да ладно. Да? Да ладно. Даже я. 4 категории. 4 категории? Я был первым человеком, который пришел на чемпионат Америки и записался сразу в 2 категории. А тебе сколько было на тот момент? Было 2015. 20 лет. 20 лет? Сейчас тебе 23? Да. Держи. А, подождите, ребята, я прошу. Попробую. Так, оп. Я просто тебе в руки даю, чтобы я для себя что-то снял, для тебя. Можешь это потом вырезать. Не, ну а чтобы у меня было в нормальном качестве было. Егор думает, когда все остановится, то уже. Херячишь, когда... Питаешься нормально, не на диете. Это у нас... У тебя больше налазит на тренажер, да? У нас вроде по 6 налазит. По 6 налазит? У нас металлические, двадцатки. У нас еще блины большие. А, у нас блины. У вас же блины толстые? Да, ну у нас здесь, кстати, этот блин 24. Ну, кстати, единственное, то, что не нравится тут. Серёг, how old are you? 36. 36. 36. 36. 36. 42. Нет, стоп. Up. He'll do it by himself. It's okay. Russian power. You saying?
А? Зен? Курс. Курс. What is it? What's his name? Sergey? Sergey. What they feed you in Russia? What the fuck are they feeding you in Russia? Чем питаешься в России? Сметаной, скажи. It's a Russian power, man. Russian power. It's something in the water. Не, у меня на массе хорошие силовые. Ой, сэ? Ну, у меня гантели, я жал максимум. Я смотрел, смотрю твой канал. По 93 килограмма. О, он, he is like, in bulking, like, he's... 93 каждый. А ты садишься, тяги делаешь, становы, прессы делаешь. His weight's pretty big when he's bulking. Представляю, на груди. Фронтальный только, да? Узким, 108 жим у меня на 15. Прям таким узким, прям реально? Ну, вот. Ну, мне нравится, я смотрю твой канал, потому что это, базу любишь, я не люблю... Это как современные тренируются. Гантели я пожал на 36 раз по 64 килограмма. Ага. 36 раз? 36 раз. Я спрос сделал. О, мне не нужно. Я сделаю по 5. По 4. You take this off? No, the rubber? Take it off. Yeah. Дрю тоже сильный парень. Он тренируется, как я смотрю, и в панде бывает, но и жмет тоже. Последний раз жим лежа, делал 180, 5-6 раз делает, секунд 6 держит паузу, опять херячит. Паузу. Вообще а сколько раз? How many reps? 180. What's that? Last time I make video. Oh, that was just pause. Yeah, but I could do like... How many reps can you normally do? 17. 17. I'm trying to get to 20. I'm the video guy, I'm a translator here. Some of you are paying me for this shit. You put it. Сейчас обдувак этот из Кувейта, ну, помогает. Ага. Изменил много. Расскажешь что-нибудь не для камеры? Не, аж на твой стимал, это сам был вырезаешь. No water. No water. Damn, it's slow. I can't get my ticket in. That's good. Еще? Да, еще разочек я бахнул. Большим весом. Очень много сейчас ребят вообще уехало в Кювейт. Виктор Мартинес там. Да, да, да. У меня друг один отсюда, Артемка его знает, это Тиаго, тоже туда уехал. Я думаю, прям, куда пропал? Прям спрогрессировал хорошо, я не знаю, что там они. Маслом намазано. Не масло. Свободно все просто. Условия. Да? Там так, я так думал, ну как я общаюсь, мне кажется, там... Как вот в СССР раньше был, лазер, тяжелая атлетика, ты уезжаешь, качаешься. Ничего больше, короче, все только на это, да? Только. Я же вот последние два года тоже сильно прогрессировал, когда вот начал себя вкладывать. Ни о чем, то есть у меня нет ни переживаний, ни о чем, то есть у меня семья, все заточено на прогрессе. Это самое важное, особенно когда живешь в России, когда тебе приходится зарабатывать деньги. Поэтому... Ну да, я и работаю с утра до вечера. Easy to be a bodybuilder in America? Да, да. Is it easy? Сохраняешь. No, I don't think it's easy anywhere. A lot of politics, a lot of bullshit. A lot of people that should win don't win. I see. А тренируешь, работаешь, соответственно, тоже в этой сфере, да? Да, я тренирую. Ну, это хорошо, хотя бы правильно. Ну, и вторая там работа есть, она не связана там. А, тебя страховать? В конце. Друзья, уникальные события. Самый здоровый парень России. Самый здоровый парень Америки. И мы с Артемкой здесь тоже. Артем, если что, кто не знает, многократный чемпион по арму. Чемпион Америки в четырех категориях. Первый парень, кто был заявлен на чемпионате Америки в двух категориях, больше, чем в одной, скажем так. Футбол, знаете, да? Французы выиграли 4-2.
Но игра была шикарная. Это ты еще хочешь сверху? Офигеть. Дрю, when you was in school, you play football? Yeah? Yeah, football, basketball, track. Basketball too? Ну, еще никогда тренажер, этот наш Хаммер, не видел таких весов, чтобы еще и... Это просто наш американский друг хочет переплюнуть. Мы его посадим на диету. Да-да. С перелетами. Кто не понял, это у нас в гостях Сергей Кулаев и лидер команды 5% Big Drew. О май гад. Все равно упало. Артем. Да, конечно. Вот этот гарден, гарден, да, там сразу. Обалденный тренажер. Ну, навесной. Очень уютный зал. У нас там еще. Вообще великолепная вот расцветка, она такая прям, не знаю, располагает. Точно. Стараемся. Куда не ходил, у нас там еще? Не, еще сейчас разведаем. Я начинала вас смотреть еще с 2014 года. Серьезно? Как раз, да, за тот период, когда вы еще планировали, у вас идеи были за что-то озвучивали на видео. Ну, никто не верил, что мы это уже второй раз открыли тут что-то. Многие сейчас просят, чтобы в Америке, то и в Майами тоже открыли. Что следующее? Хочешь? Здесь оба зала в Орландо, да? В Орландо. What next? Горизонтальную тягу, может? Может, single row. Поверь, да. Я? Полуэ. А так просто вниз? Просто. У нас везде просто. Сам такой, на самом деле, ну, многие путаются, когда приходят, и сразу. Там вот у нас гантельная зона. А, нет. На днях придет у вас вот там, новые. We order new. Dumbbells. More room. Yeah, more. Okay. Такие же? 200 pounds. Такие же, Егор, или другие? Rock. А. Полностью. Я не знаю, как они выглядят, честно говоря. Давай вот здесь прям. Tried before. I like that strap. Как тебе Штаты вообще? Ты первый раз? А, не, я ничего. Мне нравится народ здесь. Очень дружелюбный, добрый. Ну это во Флориде. Ну нет, чем южнее, тем лучше. Нью-Йорк его тоже такой. И все создано для бодибилдеров. То есть питание, все. Здесь даже на заправках протеин продают. Дорогой, правда? Ну, знаешь, дорогой, а для наших цен. Так, нормально. Это ты увидел, Кристиана. Это протеин. О, я так люблю вообще. Это самый лучший. Your 5% one? Egg crystal? Which one do you like? I like egg. You should have told me, I could have bought it. Yeah? Tell me what you need. Tell, ask him what he needs. Maybe we meet next time in Tampa Pro? Yeah, tell me what you need. What is it? В какой вкус тебе нравится? Шоколадный. Chocolate. Egg white? Egg white, yeah, okay. I like egg white. With milk, like... I could have brought ice cream. Like, I could have got, I should have brought some. I got pre-workout. Be safe, that's it. Не нашла тренажер? Да. А еще не хотел.
У нас есть еще вот здесь, вот в самом конце. Насколько обычно повторение работаешь? 8-12? 12-15. 12-15? На все группы мышц? На все группы мышц. А периодизацию не делаешь там? 6-8, 12-15, не? Самое главное, я считал для себя, я понял, это время нахождения под нагрузкой. То, о чем Силуянов, да, говорит всегда? Говорил. Не слышал? Музыка good or change? А я даже не слышал. Не слышал. Ну и хорошо. Music good? What you like? Do you like hip-hop? I like heavy metal. Heavy metal, hip-hop. Like... Поддержишь, я пойду поставлю. Ну, ничего не ставьте, я же люди надо. Ага. Ну, я тихо поставлю. Ну, если что, если на YouTube тебе вокал заблокировал. А такую нет? Язык пока. Ну, вот хип-хоп, да, я говорю, не ставьте. In YouTube not good. Я вот так квадрат это снимал, там много чего говорил, а там музыка играла. Ничего не слышал. Заблокировали, да? Мне тут же все играть не речь. Waste little. Little waste. Ага. You might do a video of him slightly from my phone. Since I always look up to I'll record you every time again. It's more than exercise. Спроси Дрю, я ни разу его не видел в наших футболках. А ты ему давал? Конечно. Поддержал раму, чтобы она не выпрыгивала. Когда русская дурь встречается с американским упрямством в Iron Religion. I try. Подержишь? Спасибо.
Ладно. Что-то как скучно, 11 человек. Никто еще ничего не пишет. Люди... А, наверное, все футбол смотрят. А он же закончился. Ну, пересматривают, наверное. Дерутся, пьют. Просто, наверное, время. Никто не понимает пока, какие люди в кадре. Но у меня, если не разборный, то 120 паундов, наверное, мало. Нормально. Ну, пойдемте. Дамбл роллс. Дамбл роллс. Можно тягу, а у меня есть еще станок классный, в нем можно... Пойдемте. Там можно лучше почувствовать. Мне всегда эта штука понравилась. Нравится? Ага. А я не люблю, когда их на грудь давят. То же самое. Зачем ее... Дыхание сбивает. Ага. Зачем ее заказал тогда? А многие просили, они... Ага. Ничего себе. Should be. I think it's like it's light, but like maybe yeah, 2 pounds. 2 pounds light. Last time I checked. Must be wow. Nice. 300. Real quick. So maybe 3-5. I'll say so. Yeah, yeah. How you walk? Huh? How you walk? Посоветуйте программу тренировки на турнике. Хорошее питание, хорошее...